Здравствуйте, здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствует команда КВН «Уже можно!» На фестивале у нас не было времени представиться, а вот сейчас самый подходящий момент. Итак, знакомьтесь, Тёма! А я катаюсь на скейтборде. Тём, вот это вот на картонке за газелькой — это не скейтбординг. А это Марсель. Я неудачник. Марсель, а чего ты взял? Если бы ты был неудачником, ты бы мыл бы полы после репетиций наших. Стирал бы одежду нашу, гильзит бы носил. Ну, все правильно, я неудачник. Ладно. А это Володя. А я на сноуборде катаюсь. Ой, во, вот на картонке за газелькой только зимой — это тоже не считается. А это Саркис. А вот я пират. У-у-у, Саркис, я бы на твоем месте не афишировал, что ты подпольно диски копируешь. А вот Стас! А Стас у нас капитан, между прочим. Ладно, бегите, готовьтесь. А мы начинаем! Тема сегодняшнего КВН – «Здравствуй, школа». Итак, «Здравствуй, автошкола». Здравствуйте. Здравствуйте. Где шлем? Ну как где? Я Иван Петрович Шлем. Так, ладно, пристегнитесь. Так, зачем вы мой ремень пристегнули? Так, все, заводитесь. А почему кидать, ребята? Ну как, ну вы же только учитесь, мы шли вам не усложнять. Что-то вы разогнались сильно, по-моему. Ну, давайте, куда так быстро-то? Ну, вот вы там паркуетесь, а я мне... Ну, куда ты? А у нас Вовка все время опаздывает на уроки. Не верите? Смотрите. Почему ты опоздал? Опаздывает поезд, а я задерживаюсь. Так, ты мне не хами. Хамят? Хомяки, а я высказываюсь. Как ты себя ведешь вообще? Ведет он, а я поступаю. А, да ты так и поступить-то никуда не сможешь. Не может наша олимпийская сборная, а я... Так, все, выйди вон. Выходят замуж, а я удаляюсь. Нет, Боба, удаляются из друзей ВКонтакте. А ты, чтобы завтра с родителями в школу, понял? А вашему вниманию случай в медпункте. Здравствуйте. Мне как бы голова сильно болит. Можете какую-нибудь таблеточку дать? Не знаю, смогу вам помочь. Я просто на животах практикую. Ну вот, возьмите вот эту таблетку. Это что? Ешьте. Так, ну не поесть, это же аскорбинка. Не прокатил. Ну а как? Ну, как, ну что? Возьмите. Ну возьмите вот пуговицу. Это что это? Пуговица? Да, пуговица. И... Ну она реально помогает, серьезно. Живот. О, живот. Ну теперь я могу вам помочь. Сейчас очень-очень страшная история. Thank you.
вышли на сцену, когда во всем зале погасли огни, один за одним, и крикнули мы звукачу: Илюха, давай! Мы пошутили еще, но больше нечем шутить, и поэтому нам пора уходить. Но ты нас, зритель, пожалуйста, не забывай.